Добрый вечер. В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их называли потому, что они были очень маленькие. Каждый коротышка был ростом с небольшой огурец. Некоторые сразу скажут, что в жизни таких малышей не бывает. Но в жизни это одно, а в сказочном городе совсем другое. Так вот, в этом городе, в одном домике жили малыши-коротыши. Малыш-коротыш по имени Зинаика, доктор Пилюлькин, сиропчик, пончик, музыкант гусля, художник Тюбик, механик Винтик со своим помощником Шпунтиком и маленькая собачка Гулька. Однажды Винтик со Шпунтиком закрылись у себя в мастерской и стали что-то мастерить. Прошел месяц, и выяснилось, что они сделали автомобиль. Вот как раз сейчас они хлопочут у своей машины. Коротыш Зинаика читает небольшую книгу, а музыкант гусля наигрывает песенку на тромбоне. Все заняты телом. Эй, гусля, гусля, ты не будешь играть чуть быстрее, а то Шпунтик до завтрашнего дня не накачает шину. Пожалуйста, хорошо гусля играет, правда? Замечательно. Спасибо, гусля. А теперь, кто хочет прокатиться на нашей машине, садись, Знайка, поехали. Но самым известным обитателем дома был малыш по имени Незнайка. Его прозвали Незнайкой за то, что он ничего не знал. Некоторые говорили, что у Незнайки пустая голова, но это неправда. Как бы он тогда мог соображать? Конечно, соображал он плохо, но ботинки надевал на ноги, а не на голову. Это ведь тоже соображение нужно. Этот Незнайка носил яркую голубую шляпу, канаричные брюки и оранжевую рубашку с зеленым галстуком. Незнайка был не такой уж скверный. Он очень хотел чему-нибудь научиться, но он не любил трудиться. Вот увидел он замечательного музыканта гуслю. Эй, гусля, гусля, научи меня петь эту песенку. Ну что ж, Незнайка, учись. Давай так, ты будешь играть, а я буду петь. Давай, давай так, как только я махну рукой, начинай играть, а я запою, давай. Нет, я опоздал, понимаешь? Ну-ну, давай еще разок, давай. Нет, я опять не успел, опять опоздал. Ну, сколько же раз можно, ты пой.
Да и я никак не могу подгадать, чтобы начать вместе. Слушай, я не хочу больше петь, научи меня играть на каком-нибудь инструменте. А на чем же ты хочешь учиться? На балалайке? Нет, балалайка слишком тихо играет. Ну, на ксилофоне. А громче ксилофона ничего нет? Нет, пока ничего нет. Громче ксилофона пока ничего нет. Незнайка, учись, учись, незнайка, учись. Учись на ксилофоне. О чем мне учиться? Я и так умею уже. Да нет, это ты не играешь, это ты барабанишь. Как ты не играю? Замечательно играю. Громко. Нет, не дело не в том, чтоб было громко, а дело в том, чтоб было красиво. У меня и получается красиво. Нет, это совсем некрасиво. Слушай, ты это просто из зависти так говоришь. Тебе хочется, чтоб тебя одного слушали и хвалили. Ничего подобного. Ну, играй на своем ксилофоне, сколько влезет. Пусть и тебя хвалят, ну и буду играть. Появилась собачка Гулька, выглянули из своих окон Пончик и Сиропчик. Появился доктор Пилюлькин. Что за шум? Это не шум, это я играю. Перестань сейчас же, уходи отсюда со своей противной музыкой. Слышишь, что говорит Пилюлькин? Мало ли что скажет Пилюлькин. А я тебе говорю, уходи отсюда. Куда же мне идти? А иди в поле, там играй. В поле некому будет слушать. А тебе обязательно надо, чтоб тебя кто-нибудь слушал? Обязательно! Ну тогда иди на улицу, пусть тебя соседи услышат. Пойдем, Гулька. Чубик был очень хороший художник. Стоило посмотреть, как он стоял около мольберта с палитрой в руках, откинув назад свои длинные волосы. Каждый сразу видел, перед ним настоящий художник. Ну, посиди еще немножко, Пончик, скоро закончу. А получается похоже? Конечно, похоже. Ну вот, вот и конец. Ой, как я похож. Правда, не знаю я, как похож. Вроде похож. Только вот волосики вроде чуточку не похожи. И кончики носика тоже вроде чуточку не похож. А так, вроде похож. Ну, что ты все? Вроде и вроде очень похож. Правда? Вот, спасибо тебе, Юбик. О, спасибо! Спасибо, не за что. Как это не за что? Такой портрет всю жизнь мечтал. Побегу на стенку, повешу. Слушай, Чубик, а дай мне тоже краски и кисточку. Я тоже хочу быть художником. Ты же хотел учиться музыке. Нет. Моей музыки никто не понимает. Не доросли еще до моей музыки. Эх ты! Только попробовал и сразу бросил. Так из тебя ничего не выйдет.
рисовать тоже должна. Долго надо учиться. А я и буду учиться. Сейчас я тебе дам краски и кисточку, дам тебе задание. Нарисуй сначала вот этот кувшин. Через 2 часа покажешь, что у тебя получилось. Хорошо, хорошо, покажу. Еще 2 часа рисовать. Вот и готово. Пончик, пончик, поди сюда. Я тебя нарисую. А ты сумеешь? Конечно, сумею. У меня все есть. Краски и кисточки. Только сиди смирно, а то не похоже получится. А сейчас получается похоже. Конечно, похоже. Вот и готово. Да разве ж я такой? Конечно, такой. А какой же еще? А усы зачем нарисовал? У меня ведь усов нету. Ну, вырастут когда-нибудь. А нос почему красный? Это чтобы было красиво. Почему синие? Разве у меня синие волосы? Конечно, синие. Но не хочешь? Могу сделать зеленые. Нет, это плохой портрет. Дай я его порву. Зачем же уничтожать художественное произведение? Пусть висит. Отдай, я с тобой в ссоре. Ну и пожалуйста, все равно встану ночью и уничтожу этот портрет. А я ночью не лягу спать и буду стеречь.
вернулся и ушел домой. А Незнайка действительно лег спать. Он взял краски и кисточку и принялся всех рисовать. Пончика изобразил таким толстым, что он не уместился на портрете. Знаете, известно для чего пририсовал ослиные уши. Чубика изобразил на тоненьких ножках, а сзади пририсовал на собачий хвост. Доктору Пелюркину вместо носа нарисовал градусник. Словом, всех изобразил в нелепом и смешном виде. Первым проснулся доктор Пелюркин. Ты, говорят, Незнайка кончика нарисовал? Нарисовал. Вот. А почему это у него голова вроде горшка? Это для смеха. А это кто? Знайка. Знайка. А почему у него уши? Как у осла? А это, чтобы он не задавался, что очень умный. А это кто? Винтик. Ой. У него вместо носа винт торчит. А что это у шпунтика на носу? Гайка. Гайка. Зачем же ты ему гайку на нос навинтил? Для смеха потеха. Молодец, Незнайка. Никогда в жизни я так не смеялся. А это кто? Доктор Пелюркин? Неужели это я? Нет, это не я. Это плохой портрет. Ты его лучше сними. Зачем же снимать? Пусть висит. А когда это ты видел, что у меня вместо носа был градусник? А? Ты не знай, как видно в поле. Придется тебе на ночь поставить укол. Нет, не надо укол. Только не укол. Только не укол. Не надо укол. Только не укол. Нет. Как-то это не остроумно.
на своей машине катать. Никогда не будем. Ну ладно. Пришлось незнайке и Винтика со Шпунтиком снять со стены. Так было со всеми. Все нравились портреты других, а свои не нравились. Последним проснулся художник Чуник. Я тебе дал краски и кисточку, а ты на меня карикатуру рисуешь. Отдавай обратно краски и кисточку. Ну и пожалуйста, я и сам больше уже не хочу быть художником. Рисуешь, рисуешь, никто даже спасибо не скажет. Все только ругаются. Я при мне люблю мечтать. Кровать. Это поэт Светик, сочиняя стихи. Он тоже живет в этом городе. Я при мне люблю мечтать. Та-та-та-та-та-та. Кровать. Нехорошо. Здравствуй, Светик. Здравствуй, здравствуй, Незнайка. Светик, а научи меня сочинять стихи. Я решил стать поэтом. А у тебя что? Способности есть? Конечно, есть. Это надо проверить. Ты знаешь, что такое рифма? Нет, не знаю. Рифма — это когда два слова оканчиваются одинаково. Вот смотри. Коржик, моржик, утка, шутка. Понял? Понял. Ну, придумай рифму на слово палка. Серёжка, какая это рифма? Никакой рифмы нет в этих словах. Палка, селёдка. Но они же оканчиваются одинаково. Этого мало. Надо, чтобы слова были похожи, чтобы звучало складно. Вот послушай. Утка, шутка, поржик, поржик, печка, свечка, мышка, шишка, кошка, окрошка, ложка, ложка, ложка. Понял, понял, понял. Швабля. Какая это швабля? Что это за слово? Нет ведь таких слов. Да? А по-моему есть. Нет, надо придумывать такие слова, которые есть, а не выдумывать. Ну тогда рвакля. Что это еще за рвакля? Ну это когда рвут чего-нибудь. Вот и получается рвакля. Врет и все. Нет такого слова. Ну тогда придумай сам. Какая тут рифма? Сейчас. Акля, вакля, ракля, факля, шакля, вакля, цакля. Какое-то слово, на которое нет рифмы. Ну вот, задаешь такие слова, на которые нет рифмы. А говоришь, что я не способный. Способный, способный. Только отстань от меня. У меня от тебя голова разболелась. Сочиняй так, чтобы был смысл и рифма. Вот тебе и стихи. Неужели так просто? Конечно, просто. Надо только способности иметь.
Знайка пришел домой и сразу принялся сочинять. Он ходил по комнате, смотрел то на пол, то на потолок. Держался руками то за голову, то за подбородок. И, наконец, thank you.
Витик, отдай мне поездить на твоей машине. Я тоже хочу быть шофером. Шофером? Это тебе не в дуду дудеть и не красками мазать. Это машина, тут долго учиться надо. А чего тут еще учиться? Нажимай на педали, да крути руль. Дудеть я уже умею. Чтобы дудеть, большого ума не надо. Не надо ему давать ездить на машине. Все равно он не научится. Он все начинает, а до конца не доводит. Не надо ему давать, не надо. И Винтик со Шпунтиком ушли в дом. А Незнайка? Сначала у него ничего не получалось. Потом вдруг машина зафыркала и поехала. Коротышки увидели это из окна и выскочили на улицу. Незнайка испугался, хотел остановить машину, но машина не хотела останавливаться, и вместо того, чтобы остановиться, поехала еще быстрее. Он колесил по всему городу и не знал, как остановить машину. Наконец машина подъехала к реке и кубарем покатилась вниз. Незнайка вывалился из нее и остался лежать на берегу. Автомобиль упал в воду и утонул. Знайка, Винтик и Шпунтик, Пончик и Сиропчик подняли Незнайку и понесли в дом. Все думали, что он уже мертвый. Братцы, я еще живой, 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 живой. Сейчас я тебе буду ставить укол. Не надо укол, а будешь знать, как на машине кататься. Буду, 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 а будешь знать, что каждому делу учиться надо. Буду, 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 вот лежи и не вздумай вставать. Улетаю. Спасибо. Благосклонная публика. Следит за мной, меня укроет.
сейчас еще минутка, и я взлечу. Сейчас еще секунда, и улечу. Пока, ребята, куплен в один конец билет. Ушел наконец.
незнайку встречу, что тогда? А я от него бежала, бежала, а он меня закусил. Знаешь, как больно. Ава-ва-ава-ва. Ну чего испугались? Ой, это же гусля. А мы думали, это незнайка. А чего вы незнайку боитесь? Да он девочек обижает. Не бойтесь, я ему скажу, чтоб он вас не трогал. Хотите, я буду с вами дружить. Ты правда хочешь с нами дружить? Честное слово. И если он будет к вам приставать, будет иметь дело со мной. Я буду с вами играть. А во что? Ну... Ты помнишь мир, так молод был, и все казалось хорошо. Ну почему, я не пойму, сейчас не так. Thank you.
тогда уже не сможем никогда. Ну почему милей сто раз? Нет, милей сто раз мне этот день, чем 10 000 новых дней. Старушек в темных платках вышли из подъезда, но на скамейку не сели, остались стоять. Потом вынесли гроб. Кто пожелает, мог увидеть мертвые цветы и желтое лицо покойного. Все это было очень красиво. Гроб,
к лицам и утирали слезы. Действительно ли они плакали? Сегодня особенно сильно хочется жить одному. Просыпаться по утрам в пустой квартире, ходить по полу большими ногами, трогать вещи. Вещи ничего не значит для меня, кроме того, что занимают уставшие от безделья во сне руки. Пальцы трогают клеенку на кухне и чувствуют липкость пролитого вчера чая. Ложатся на полированную спинку стула, и холод обжигает их. И вот так всегда в выступах, в углублениях, в решетках балконов все время слышу слова. Ничего себе, половина второго. Я сижу в ванной и смотрю на уходящую в трубу воду. Уровень воды окружил все тело и опускался. Когда воды осталось совсем мало, она вытянулась вся над отверстием и вдруг провалилась вся вниз. Спасибо, дорогие москвичи.
Спасибо, дорогие мои. Спасибо. Мы имели честь представить вам первую часть нашей будущей театральной постановки «Приключения Незнайки». Спасибо. Заключительная песня. Да. Совсем новая песня. Я никогда еще и никому. Только вам. Да. Поезд пыхтел, мы ехали на запад. Я заснул и во сне начал плакать. Меня сразу поняли все мои друзья. И зарыдала вся моя семья. Мы ехали на запад. Мы ехали на запад. Сквозь полузакрытые глаза я увидел солнышко. Я взял, улыбнулся, и все меня поняли. И засмеялись все мои друзья. И захохотала вся моя семья. Мы ехали на запад. Мы ехали на запад. Деревянный гвоздь, на нем висела моя шляпа. Взял, сломался, шляпа упала на пол. Ох, как удивились все мои друзья. Заохала, зацокала вся моя семья. Мы ехали на запад. Мы ехали на запад. И меня бросало то в жару, то в холод. То чудилась еда, то мерещился голод. Со мной тряслись все мои друзья. Стонала и болела вся моя семья. Мы ехали на запад. Мы ехали на запад. Пошел я на поправку. Черное стало белым, тоску в окно забросил, занялся телом. Со мной заработали все мои друзья. Засопела, запыхтела вся моя семья. Мы ехали на запад. Мы ехали на запад. С тех пор много-много лет прошло с той поры. Мы проигрывали и выигрывали. Сильно намучились со мной мои друзья. Но всегда терпела меня моя семья. Мы ехали на запад. Мы ехали на запад. Я хочу, хочу, хочу опять быть здесь. На этот поезд жуткий снова влезть. Но 10 000 долларов дали мне друзья. Со мной расплатилась вся моя семья. Мы приехали на запад. Спасибо, дорогая Москва. Спасибо вам. Спасибо. Совершенно новые звуки. Спасибо. Славик, 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 Илья, 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 Александр. Grab, grab, grab.
Петроград и я. Спасибо, дорогие, спасибо вам. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Все для вас. Спасибо, дорогие мои. Спасибо. Улетает в небо сигаретный дым.